Это Дима, звукорежиссер. Привет! Я хочу песню, под которую можно танцевать. На улице, дома, на даче, и тут, и там. О, может, тут и там? Тут и там, тут и там. Очень круто нам. Мне нравится, давай оставим. Отлично, начало положено. О, давай какие-нибудь английские словечки добавим. Смотри, Леон, вот в этом здании, вон видишь, красное, в нем находится наша студия звукозаписи. Мы там пишем песни, записываем музыкальные инструменты, и там родится твой первый хит. Погнали. Давай, заходи, Леон. Это Дима, звукорежиссер. Привет. Это Леона. Привет, рад познакомиться. Слушай, Лен, а ты вообще какую песню сама хотела бы? Медленную, быструю, грустную, веселую? Точно не грустную. Я хочу песню, под которую можно танцевать. Танцевать, да? Может, идеи какие-нибудь есть? Что-нибудь придумала? Воспоминания на дне сознания. Никаких идей. Окей, давайте тогда вместе подумаем. Ну смотри, вообще в песне самое главное – это хуковая фраза. Фраза, которая сразу запоминается, западает в голову и сидит здесь. Например, возьмем песню какую-нибудь, «Ягода-малинка» у Хабиба, которая из всех щелей звучит. В ней вот эта хуковая фраза, запоминающаяся, это «Ягода-малинка». И если ты вместо нее поставишь какую-нибудь другую фразу, ну, например, пусть будет «Мы с тобой танцуем, о-о-о», сразу теряется фишка, чувствуешь? Уже не цепляет песня так. Понимаешь, о чем говорю? Да. Ягода-малинка гораздо лучше звучит. Окей. Ты сказал, что хочешь танцевальную песню, правильно? Получается, люди будут под нее плясать. На улице, дома, на даче, и тут, и там. О, может, тут и там? Я именно об этом и подумал. Отлично, начало положено. Значит, тут и там, тут и там. Такая мелодия в голову пришла. Тут и там, тут и там. Очень круто нам. Кстати. Точно, сейчас запишу, погоди. Тут и там, очень круто нам. Что у нас имеется? Тут и там, очень круто нам. Тут и там, все танцуют. Мне нравится, давай оставим. Окей, сейчас запишу. Ага, есть. Смотри, первую часть припева мы написали, но нужна вторая часть припева, потому что пока он выглядит как-то, ну не знаю, незаконченным, что ли. Давай так. Слушай бит, лови ритм. Повторяй слова! Давай. Отлично. Так, слушай бит, лови ритм, повторяй слова. Тут и там, тут и там. О, давай какие-нибудь английские словечки добавим. Английский, говоришь? Не-не-не, это точно не ко мне. Слушай бит, лови ритм, повторяй слова. Тут и там, тут и там. О, кстати, Nike. Кроссовки Nike. Как у них слоган? У них Just Do It. Just Do It нам не подходит. Можно тут и там, тут и там. Let's do it. О, можно let's do it попробовать. Да, давай. Let's do it, это переводится как давай сделаем. Ну, по идее, по смыслу нам подходит. Так, что у нас в итоге получается? Слушай бит, лови ритм, повторяй слова. Тут и там, let's do it. Yes, у нас получилось написать припев. Давай пять. Так, есть. Сейчас осталось все это записать. Дим, можешь какую-нибудь ударку сделать? Да, конечно, давай. Так, а ты запишешь. Ну, давай попробую. Давай, давай, получится все. Пойдем. Так, микрофон. Нормально? Нормально. Так, наушники одеваем. Все? Давай, отлично. Так. Лен, меня слышно? Да. Отлично, сейчас подожди секунду. Дим, давай добавим бас еще. Ну и все, пока на этом хватит. Так, отлично. Лен, ты готова? Попробуем? А что мне надо делать? Смотри, тебе просто нужно спеть припев. Я слова отправил тебе на телефон. Открой, просто запишем, как получится. Тут и там, очень круто нам. Тут и там, все танцуют. Ну как?
Нормально. Фу. Что, Дим, давай послушаем, включишь? Ну как тебе, Лен? Мне нравится. А это уже готовая песня? Нет, еще не готовая песня. Это так, просто набросок. Если тебе нравится, то мы добьем аранжировку и пришлем тебе уже готовую песню. Да, давай. А что такое аранжировка? Аранжировка? Аранжировка – это набор звуков. Это гитары, барабаны и вот все звуки. Например, слушаешь ты песню по радио. Она звучит как готовая. Там много разных звуков. Вот это и есть аранжировка. А вот это, то, что ты сейчас слышала, здесь только бочка и бас. Бочка – это ударка, которую ты слышишь, это бит. Тынц, тынц, тынц. Вот это вот называется бочка. Смотри, тебе в целом понравился припев? Да, мне понравился. Только доделайте аранжировку, добавьте там тазики, бочки, ведра. Хорошо, добавим, добавим. И ведра, и тазики. Все будет. В общем, мы все сделаем. Ты езжай домой. Окей, пока. Я стала еще ближе к моей мечте. Петь я уже учусь. Песня почти готова. Скоро стану супер-пупер-мега-звездой. Ладно, я поехала, а вы подпишитесь на мой канал, поставьте лайки и подпишитесь на мои социальные сети. Ссылка в описании. Всем пока! Через час позавтракаю и поеду в студию. Смотри, мы песню тебе сделали. Тебе осталось выучить текст. Погромче звук! Когда предела. Приеду сегодня, будем выбирать обложку для песни.